Спиритический сеанс готовятся провести в молодежном театре Алтая. Правда, не настоящий, а театральный. Сегодня состоится премьера спектакля «Чертова закуска». О том, что будет происходить на сцене, узнавала Лиана Наджафова. Ваша блюзочка, как говорится, тоже совсем фантазии. Вырез небольшой. Только верхушечки легких затронуты. Минимум декораций, зато максимум скрытых смыслов и подтекстов. Спектакль построен на рассказах русской писательницы Надежды Тэффи. 8 разных историй, персонажи которых меняются. Но сюжетная линия построена так, что все они становятся героями одного спиритического сеанса. Моя героиня разоблачает всех героев, персонажей, которые приходят на этот спиритический сеанс, потому что у них есть какие-то вот внутренние черти, которые какой-то вот сатанинский бал пляшут вот, внутри каждого персонажа. И моя героиня их всех так вскрывает и вытаскивает наружу. Над постановкой работает новосибирский режиссер Марина Шелевер. Она отмечает, тему мракобесия в шутливой форме особенно талантливо подавала именно Тэффи. Ее даже назвали королевой русского юмора. В сюжетах постановки смешно видится в печальном и наоборот. И даже, может быть, кто-то услышит трагические какие-то нотки, и кто-то, может быть, увидит гротеск, и кто-то, может быть, увидит фарсовое, отстраненное отношение к какой-то проблеме. Поэтому многообразие проявлений самой писательницы в развитии этой темы, оно предполагает различие, очень большую палитру актерского проявления. Премьеру спектакля зрители увидят сегодня в 18:30. Также попасть на театральный спиритический сеанс можно 24 и 25 декабря. А в новом году «Чертову закуску» покажут 4, 5, 7 и 8 января. Лиана Наджафова, Александр Морозов, Новости.